Всем привет! Очередная хреновина пришла из Китая. Здесь у нас шорты. Шортики. Шортики на улице, блин. Скоро зима, блин. Дубак жуткий. А мне пришли из Китая шорты. Ну, это как всегда. Так. Видите? С пупырками. Шортики прикольные. Разные расцветки. Заказывал там какая-то акция была, типа горячие покупки. Ну там это случайная расцветка. Такие вот шортики. Да, но боюсь, на мою сраку они не налезут. Да, они будут, наверное, дико в натяжку. Ну, блин, не знаю, кому-нибудь продам, отдам. Не знаю, что с ним, что-нибудь с ними сделать. А, Китай. Так, в принципе, шито неплохо. Нормально, что ты... Сколько я за них отдал-то? 150 рублей, что ли? Но это не деньги. А может, не 150. Я же не помню, честно говоря, сколько я за них отдал. Вот такие вот шортики. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на группы в соцсетях. Ссылочка будет в описании, естественно. А тут, кстати, вот... А хотя хрен знает. Но мне так казалось, что нашивочка должна быть сзади. 100% полиэстер. 3XL, но не мой все равно размер. Я так думаю, что я в них не влезу. А, ну да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Не забывайте про сервис backly.ru. Ну и всем пока. До новых встреч.